В Валданском районе продолжаются поиски фрагментов ракеты-носителя «Союз». Две крупные части обнаружили в районе притока реки Хапарастах. Однако в работе специалистов возникают трудности. К месту падения можно пройти только пешком, а чтобы вывести фрагменты ракеты, необходимо рубить просеку. Сейчас решается вопрос о вывозе частей головного обтекателя. Транспортировать его планируют наземным или воздушным транспортом. Попутно с этим сотрудники Алданского комитета охраны природы и ученые из Барнаула осуществляют экологическое сопровождение. По предварительным данным, все показатели в норме, разливов топлива не произошло. Были обнаружены два фрагмента головного обтекателя. 4 декабря на месте обнаружения первого фрагмента были отобраны пробы снежного покрова. Визуальных пятен таких загрязнений не обнаружено. Пробы направлены в аналитический центр у нас в город Якутск. Радиационная безопасность не превышает нормы естественной среды.